Поступила информация от общества рыболовов о возможном загрязнении водного объекта реки Зай. По данному факту был осуществлен выезд на место. В лаборатории аналитического контроля были отобраны пробы природной поверхностной воды реки Зай. Анализы отобранных проб в работе. По результатам анализов и по определению компонентов химического состава будет проведено административное расследование по выявлению источника загрязнения водного объекта.